Замечательная рубрика «Проверка номеров». И я оказался в отеле города Тольятти, который называется «Альпен Парк». Слушайте, ну, восторг, потому что ощущение, что я нахожусь не где-то на Волге, а где-то действительно в Альпах. Люблю такие комплименты, честно говоря. Вот люблю, не скрою. Значит, это гостиная. Кстати, как у меня сегодня такой свой концертный костюм, покажу потом. Это не менее уютная спальня, как я люблю говаривать, еще с детственной кроватью. И жилетка Русского радио, которая в ближайшее время поедет со мной на прямой эфир Русского радио. Вид из окна несколько не альпийский, но ничего. И мы переходим в ванную комнату. Ванная, которая сегодня будет, конечно же, наполнена и исполнена. Душ, прочие удобства и... Дмитрий Анатольевич, собственно, персоной. Ну что, товарищ, привет.